Брестский государственный технический университет не раз становился площадкой создания чего-то нового и интересного. Так получилось и в 2020-м. Администрация и студенты вуза долго думали, как необычно и интересно отметить приближающиеся праздники. Тогда и пришла мысль об оформлении своей новогодней живой красавицы, которая растет на территории университета. Мы решили, что в жизни должно быть место празднику. Каждый человек ждет Новый год, ждет это чудо, ждет этот праздник. И наши студенты, и наши работники, и преподаватели, и видите, сегодня пришли на праздник жители близлежащих районов, микрорайона, взяли с собой детишек. Они, безусловно, наверное, запомнят на всю жизнь этот праздник и, наверное, будут нацеливаться уже на поступление в наш университет. Поэтому я думаю, что это хорошая традиция приживется. И елочка у нас получилась такая уникальная, аутентичная, потому что она украшена логотипами наших факультетов и в целом университета. Поэтому я считаю, что праздник у нас получился. Люди получили хорошие положительные эмоции. Это будет хорошим зарядом для нашей такой скрупулезной, такой ответственной работы на весь следующий год. Пушистая ель практически ровесница университета. В качестве игрушек на ней размещены логотипы каждого из факультетов. Теперь это красивое дерево будет не только символом единства и преемственности поколений, но еще и приятным радостным напоминанием о приближающихся праздниках. Это действительно важно. Праздники, они вносят, скажем так, заряд энергии, бодрости, радости, не так грустно перед сессией. Поэтому я думаю, что приживется такая традиция. Творчески талантливые студенты университета подготовили для всех гостей красочную программу с музыкальными поздравлениями и подарками. Посмотреть на новый арт-объект пришли и жители близлежащих домов. Теперь у микрорайона появилась еще одна площадка для праздника и веселья. Свою идею торжественно и вместе давать старт новогодним мероприятиям администрация вуза планирует продолжить, чтобы впоследствии это стало хорошей традицией, символом технического университета. Там.